Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Павел, и мы продолжаем прохождение игры Dead Space 3. Собственно, как вы видите, мы такие помаленьку, по чуть-чуть, но добрались до кормы. Да. Станция техобслуживания. На корме у нас находится. Это все еще корабль Terra Nova. И, собственно, хочу опять же выразить свое недовольство по поводу автосохранение данной игры. Потому что, видите, написано, идет сохранение, да? А когда я проходил побочную миссию в предыдущей серии, там было практически то же самое. Неоднократно. Если так подумать. Но сейчас вот я... Спокойно. Сейчас я загрузил, собственно, игру... Так вот, что я хотел сказать-то. Загрузил сейчас игру, собственно, да, ну как, прервался буквально на часа полтора, отдохнул, и заметил такую вещь, что у меня игра, собственно, загрузилась с того момента, когда я вызывал вагонетку, то есть, помните, тех двух неубиваемых тварей. То есть, это вообще было печально, на мой взгляд. Я, собственно... Снова добрался до боевой рубки, но в этот раз мне на самом деле просто не дали запустить эту побочную миссию, поскольку квестовых предметов не оказалось, так сказать, под рукой. То есть даже того самого ключа, который открывал дверь, просто не оказалось под рукой. То есть он, как и игровой предмет, исчез. Такого оружия хорошо, но у нас уже есть. Да, кстати, опять же за кадром. Как вы видите, у меня немножко видоизменился внешний вид оружия. То есть теперь у нас дробовик снизу, а сверху у нас полноценная автоматическая винтовочка. То есть пистолет-пулемет, который стреляет одиночными пулями или очередями, а нормальная винтовка, у которой есть автоматический режим огня. То есть то, что нужно. То, что я люблю в играх. В хороших шутерах. Так, арсенный вал у меня есть. Айзик, как ленивая задница, все время не хочет крутить руками. Все время кинезис. Ну ладно. Так. Срач еще, конечно, дикий. Хорошо, патроны. Что ты так искришься? Не надо. Так, тут у нас ничего. Написано опасное электричество, но мы все равно бьем руками, и нам ничего от этого не делается. Видать, экранирован у нас какой-то костюмчик. Так или иначе. Хорошо, ладно. Что дальше? Давайте все-таки уже пойдем по основному квесту. То сейчас еще одно ответвление от сюжета, и в следующий раз я вообще боюсь включать игру. Иначе она у меня вообще, может, там, не знаю, с самого начала пойдет. Тихо. Куда он здесь, а? Посранец. Ну, с автоматиками его не страшно. Автоматикой я его не боюсь. Тем более еще и подствольный дробовичок. То есть вообще. Сказка. Это страшная сказка. По звуку. I found the crusher, and it's. Well, it's a piece of shit. No way I can pressurize the cabin. We'll have to remote pilot it back to the repair bay on the Roanoke. Yeah, right. Let me look around. If I can build a remote relay, I can plant it on the hull. Это челнок?
Знаете, он немножко поцарапанный. Самую малость. Так, что надо сделать? Соберите пульт дистанционного запуска. Дистанционного. Тут, не знаю, тут ногой пнуло и развалилось. Что-то мне Боинг 747 это напоминает. Больше, чем челнок. Так, ну ладно. Так, не вылезешь? Не надо. Делай раз, делай два. Три, четыре. Кот. Блин. Ладно. Не страшно. Я думаю, это было не смертельно. Офигеть, это чья-то нога. Ладно. Допустим. Включить, да, включить. Так. Давай сюда. Зачем? Я пока внутрь не хочу залезать. Люк. Так, вставьте пульт. А. Видимо, сюда надо будет ставить сам пульт. А где его взять? Где его взять? Говорите. Так. Где может быть пульт? Нет. Пока рано. Пользоваться станком. Пока я в нем не нуждаюсь. Так, кстати. Ладно, бот, иди пока так. Сам дойдешь. Не маленький. Так. Куда мне идти? Так. Наверное, вниз. Давайте вниз. Музыка, конечно, не тревожит. Музыка, конечно, такая тревожная. Ну ладно. Ой. Ой-ой-ой. Нехорошо. Все, поехали. Да куда ты? Я уже не понимаю, что происходит. Кто-нибудь.
вперед. Резко за нас. Никого. Ну ладно, так, все-таки и что да как да где? Почему? Мне опять не пусто. Давайте съездим. Хорошо. Так, давайте смотреть. Так. Очень приятные желания. Как раз идем. Идем к ним. Ладно. Надо сосредоточиться. Это самое важное. А вот там что-то сверкает. Вижу. Так, с первого раза это не заметил. Но это может быть такое, да. Подъезжать. Противные звуки. На самом деле, вот этих взрывающихся извращенцев. Так. Куда мы теперь? Блин. Да блин. Слушай, как ты так быстро? Оттуда сюда. Что-то сюда. А, то есть собрать его надо. Так. Сборка. Системная плата. Радиоконтроллер. Модуль удаленного локатора. Ну ладно. Так, все. Установите пульт. Так, установить его, я понимаю, сюда. Да? Ну, ладно, ставим. Hey, that worked. I can see the shuttle readouts. Okay, hang on. I'm gonna try and start her up. Так, Элли, не намудри. No good. It's out of fuel. Oh, wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, I'm sending you the coordinates. Okay. I'll head up and refuel the shuttle. We can try restarting it after that. Ну что, постарайтесь. Все-таки тут как-то задерживаться не хочется. Лишний раз. Так, Айзек. Давай туда. Да, блин.
ладно, давайте сюда сходим. Хотя разницы я не вижу. Можно было бы и там пройти, я думаю. Ну, локатора своего чуда. Кстати, что-то давно этой твари-то не видел, которая регенерирует. Ну, она тут за нами будет бегать. Что-то ее нет. Ну, ладно. Так. Маленькая тесная комнатка с лестницей. Отлично. То, что нужно. Еще толпу некроморфов и вот этот люк закрыть. И все. Идеально место, чтобы жить. Ой. Ой! Спокойно. Так, а куда он делся? Ага, о. Добегался. Паразит. Телеобщество. Так, еще один идет, да? Ладно. Нормально. О. Ух ты! Что у нас? Ничего не выпало даже. Что за жизнь? Как так можно жить? А мне как раз сюда. Я почему-то выбежал туда. Да, ну ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Тут тоже должно быть что-то интересное. Вот ждет на стоянке. Молодец. Вот, жди меня, я приду. Все, это тоже есть. О. Шо? Так, что я подобрал? Патроны или аптечку? Да не важно. Кстати, раз уж бот меня ждет, давайте за ним сходим. Пока вроде спокойно. Сейчас бы не сглазить. С такими фонарями у глаз. Кстати, что-то давно я не видел здесь гардеробной станции. Как она? Suit Station. Гардероб. Надо прокачать X. Все остальное пока есть. Чем прокачивать? Так, хорошо. За нами уже никто не гонится, уже здорово. Так, посмотрим. Нет. Давайте. Почему нет? Вал, на всякий случай, да. Так, по птичкам у нас все печально. Весьма, весьма. Ну ладно, как-нибудь, я думаю, выживем. Чего бы нет. Лифт, иди сюда.
когда бы мне этого бота поставить? Ну, что-то нам повыше показывает, но... А, ему вот так повыше. Ладно, ладно, сейчас мы все сделаем. Сейчас у нас все получится. О, смотри-ка. Ну ладно, дружок, дальше ты сам по себе. Убьют, будет плохо. Не прислоняться, написано. Вот, всю жизнь мечтал в лифтах поездить с... в лифтах открытого типа поедет. Прислоняться к стенам. Что, какой-нибудь скоростной булит был? Вообще. Пополам человек разрезал. Так. Темп стрельбы. Урон. Ладно. Все это, конечно, очень здорово. Я сказал, даже замечательно. Тем не менее, так, нам надо сюда. Включить, да, включить, что еще включаем. Так, это, видимо, насос. Точнее, бензобак. Так, что сделать? Установить топливную форсунку. Ладно. Че? Требуется ручное соединение, отлично. Так, а вот. Ставить ротор. И пошел-поехал. Ага. Усади. Еще идет, вижу. Здравствуйте. Как долго она будет заправляться? Так. А, все. Ручную, а выключить можно автоматически. Отлично. Спокойно. Спокойно, ребята. Это было уже не так страшно, как в прошлый раз. В прошлый раз я просто давно не играл в игру. Okay, tanks full. Try again. That's more like it. Okay, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover. This could get hot. Stupid bloody ancient techno. Oh god. Isaac, I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. Thank you.
тупизм какой-то. Ой. Покажу угол, смотрите. Что ж такое-то? Происшествие. Так, сейчас если отсюда свалится, это будет ожидаемо. Так, что тут такое? Ой. Ой. There's something wedged in the gears. Looks like military ordnance. I'm gonna try to clear it. Explosive. Oh God, be careful, Isaac. Хорошая идея. О! Кто этих тварей, блядь? Что? Вон отсюда. Будем себя чувствовать как Рэмбо. God, it's begun the final countdown, Isaac. I'm almost there. Final. Shit keeps getting caught in the gears. Ой, ну хорошо. Блин, что я делал не так? Почему? Почему? Космос. Улетел. Ладно, жив. You did it! He did yes! it! Yes! Да, меня выкинуло в открытый космос. Радуйтесь. Let's get the docking bay ready to receive the shuttle. Isaac, we'll see you when you get back. Ой. Айзек прям какой хороший стал. А то прям Айзек на человека был не похож. В глазах Элли. Так. Заворот к земле. А где сам челнок-то? Космический доктор Нова. Ой, я думал, прямо я вообще уже неизвестно где. Такие очевидные вещи в такое неочевидное время. Ну ладно. Ой. Ой. Ужасы. Ладно, все, я полетел отсюда. Просто полетел. Еще мины.
Некроморфы, мины, что только нету. Это вот реально мертвый космос. Куда ты не хочешь возвращаться. Так, подышим воздухом. Бот ждет на стоянке, это очень вовремя. Практически прям мне сейчас вот кроме этого больше ничего в жизни не нужно. Так, отлично, 5 патронов меня спасут. Вряд ли. Так, мне куда? А мне наверх. Ладно. Хорошо. Так, и чего? А, то есть. Вот оно. So, how's the shuttle look? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. All right, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey, Rosen, I'll meet you there. Whatever. Да, как скажу, так и будет. Хватит Айзека посылать. Сюда. Восстановить левый двигатель для Кразье. О чем вы думали, когда вы запускали? Погоди, а как он вылетел, если у него не было левого двигателя? На одном, что ли, прилетел? По кругу? Тихо. Не надо хлопать. Лучше Тикс. Блин, вольфрама не хватает. Воздух. Броня. Воздух. Да. 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 Почему бы нет? Так, ладно. Стазис. Стазис все-таки полезная вещь, на самом деле. Если так вдуматься. Так, кинезис. Маленько, по чуть-чуть напрокачаем. Почему бы нет? Отлично. Так, ну стазис, да, я говорю, полезная вещь в том плане, что вот... Пока есть неубиваемый монстр, надо от него как-то убегать. Стазис тому лучшее решение. И куда нам надо? В Грилле. Кстати, вот на этот корабль почему-то нам никто так и не предложил сладить. Брусилов. Ранок. Грилле. Остановите левый двигатель для Кразье. Хорошо. Ехали. На Грилле у нас было не очень хорошо. В свое время. Шо, базик полетел. Так. Так. Вижу остановочка наша. Меня тут, пожалуйста, высадите. Я согласен тут выйти. У меня аж 400 секунд подышать воздухом. Много. Куда мне? Ага, вот туда. Офигеть такой кораблик, да? Терранова. Грилли тоже не маленький. Наверное, это не целиковый корабль Грилли. Наверное, где-то половина корабля. Мне кажется. Или не? Так, это что такое? А, это кислород. Ладно, хорошо. На самом деле, видите такой, да?
космос. Понимаешь, что какая-то безнадега в этом космосе. Нечего искать, никого нету. Is this it? Hey, you wanted an engine? Here you go. It'll do. It's shit. Just like our plan. You always this helpful. Hey, some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Так. А где, кстати, этот умник, с которым он разговаривал? Его сидит и не греется. Так. Ладно. Видимо, это солнечная батарея. Всем уж не может быть затянута. Так, это кто такой? Так, а почему? Так. А, это я сейчас с ним, наверное, разговаривал. Я что-то и подумал сначала, что живой, что ли. Не похож на труп, думаю. Так. Спокойно. Интересно, она долетит до куда? Прям до планеты? Ой, больно. Тупая псина. Бесконечное множество.